Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришла подставка под микрофон. Одну уже мы подставку рассматривали. Кстати, сейчас она справа от вас расположена. Единственный здесь небольшой недостаточек — это ножки на этой подставке. Все они пластиковые. И если у вас достаточно большой стол, то этого недостатка нету. А вот если стол маленький, то ножки могут соскальзывать с этого маленького стола. Например, ноутбучный столик. Для этого доскал я стойку тоже для микрофона. Единственное, чтобы она была достаточно компактная, устанавливалась на стол с возможностью регулировки высоты. И причем тот оголовок, в который вставляется непосредственно микрофон, он универсальный, имеется в виду резьба. В результате можно поставить как у данной подставки, так и у той подставки, которую рассматривали чуть ранее, которая сейчас расположена справа. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте сейчас мы рассмотрим, что из себя представляет коробочка. Коробочка, как видит, достаточно пришла усталая, благодаря почте России и китайской почте, которая доставляла. Причем данная подставка может комплектоваться различными оголовками. Вот здесь вот представлены варианты для микрофона различного типа и для смартфонов, чтобы на них тоже устанавливать смартфон. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. И в последующем соберем данную подставочку и посмотрим, что она себя представляет. Как видим, состоит из трех частей подставочка. Первое — это основание. Кстати, это все металлическое, за исключением самого крепежа к микрофону. Есть переходник 3/8 резьбы на резьбу, непосредственно устанавливаем на микрофон. И сама регулируемая подставка. Минимальная высота может быть до 25 сантиметров, максимальная высота до 35, продвигается на 10 сантиметров. Давайте собирать. В связи с тем, что основание металлическое, здесь должны особые условия вы для размещения на поверхности, на полированных поверхностях. Она размещается, ну, вроде скользит, но все же я не советую. Нужно ставить либо какие-то салфетки, как вариант, для того, чтобы установить. Либо воспользоваться стандартными силиконовыми самоклеющимися ножками, которые продаются в зависимости от диаметра и высоты непосредственного выступания этих ножек. И вот мы собрали на минимальную высоту данную подставочку. Можно ее выдвинуть и использовать на ту высоту, где непосредственно у вас находится голова, а конкретно рот, для того, чтобы наговорить этот микрофон, который установлен на этой подставке. Кстати, давайте сейчас посмотрим, как заменяемые головы у этих двух подставок для этого. И как результат можете устанавливать стандартную голову и устанавливать туда микрофон. Она достаточно надежно стоит, никаких проблем нет.
у вас не будет микрофонами. У меня достаточно легкий микрофон, но я думаю, тяжелые микрофоны тоже до полкило выдержат. Без проблем. Подставочка для микрофона, и я вам продемонстрировал. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.